Привет, привет! Привет из зимней Софии, из зимней Болгарии. Лютая зима, 6 февраля плюс 12. Это не исключение из правил. Здесь почти каждая зима такая. Для того, чтобы вдохнуть свежего воздуха и зарядиться энергией, если вы живете в Софии, вам совсем не обязательно уезжать на 1000 километров отсюда. Я нахожусь в окрестностях села Бистрица, которая, в свою очередь, находится в окрестностях города Софии, столицы Болгарии. 7 километров от станции метро. И вот такая красота, вот такая вот свобода, вот такие вот просторы, вот такой вот свежий воздух. Свежий воздух вы не можете увидеть, но поверьте мне, его здесь в изобилии. Вот такая вот красота, и сегодня мы гуляем здесь. Мне кажется, что это место просто создано для всяких духовных практик и для медитации. Смотрите, какая тишина, спокойствие, величие, тишина. Вдыхаем радость. Если целью хождения является зарядить свое физическое тело энергией и кислородом, очистить свое сознание и прояснить ум, то скажите мне, разве можно найти место лучше, чем вот это? Я гуляю в Болгарии, в окрестностях Софии. Здесь дышится легко. Так мы ходим, ходим, ходим. Ходим и уходим от негативных мыслей, от дурных эмоций и заряжаемся положительными мыслями, положительными эмоциями и вдыхаем счастье. И как поется в американской народной песне, I'm walking away from troubles in my life, I'm walking away from troubles in my life, I'm walking away. Как у любого уважающего себя влогера, между прочим, у меня тоже есть свой личный хейтер, который подписался на мой канал, регулярно просматривает мои видео и пишет мне гадкие комментарии. И вот один из последних комментариев был таким: возможно, спецслужбы заинтересуются. К чему такой призыв к массовому переселению в Болгарию? Ребят, вы чё? Какой призыв? Я просто люблю Болгарию. Ну посмотрите, разве можно ее не любить? За ее красоту, за эту природу, за эти просторы. Ребята, здесь классная жизнь. Здесь дышится легко. Из Болгарии, с любовью.